Недетские игры. В кадетской школе Улан-Удэ сняли на видео игру слоника. Один из учеников приседал около доски в противогазе и после в таком же виде сидел за партой. Руководство считает видео заказным в связи с борьбой за должность директора. Хитрый ход. Житель Гусиноозерска незаконно получал пособие по безработице. Мужчина вышел на работу в ноябре прошлого года, но в центр занятости не сообщил, продолжая получать по 1890 рублей ежемесячно. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Не доехал. Неподалеку от села Ширинга Иранинского района пострадал 52-летний водитель опрокинувшегося ленд-крузера. Мужчина не справился с рулевым управлением. В результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.